Это танк, гроза картона, а также бортов. Одним своим видом он дает понять, что будет больно. Стреляет КВ-2 отборными сибирскими бревнами. Механизма заряжания у КВ нету, поэтому экипажу приходится засовывать каждое бревно прямо в пушку. Из-за этого у танка довольно долгое КД. Форма бревна позволяет КВ-2 неплохо пробивать броню, но советую поставить модуль на пробитие и адреналин в снаряжении. Броней КВ-2 наделен, особенно в башне, но лучше играть, как поддержка. Ведь все танки на 6 уровне будут вас пробивать в ВЛД. Едет нормально, но скорость для него не особо важна. Главное занять правильную позицию, чтобы бревно летело по навесной траектории. Тогда пробитие гарантировано. Получи. А еще лучше всегда заряжать голду, ведь при попадании к 7 уровням вам будет сложно пробивать.